Остаемся там, Крис, остаемся там, потом поменяем. Юра. Там у нас девочки испугались. И вопрос, возможно, это будет расстановка вот таким ромбом, да? Четыре человека. Инсайды. И здесь обращайтесь. Здесь буквально вот по расстановке вы выходите, смотрите, как соперник вас в организации. Начинаете. Только в тебя совершенно зависит. Первое, да, построение, не забывая опорной зоны, чтобы она всегда закрыта была, чтобы не попадали внутрь структуры. Половину начинаем? Много вертикальных передач, помню. Через 2 минуты? Сразу, да, сейчас они выйдут. Оценка ситуации, как будет самая главная зона. Не справишься с Богом. Пошли, с Богом. Останетесь и ваш мяч. Хорошей игры. И не уходите. Фото еще сделаем с вами. Так, вот здесь между нами. Надо в ногу. Играть! Давать надо! Не теряй! Жесткий плотный контакт с ней нужен будет. 15 номер у тебя. Это Мясников. Лена ушла в игру. Красивая какая девочка. Лучезарная. Классная, худенькая такая. Чего? После водопоя перестали играть. Можно? А была сложная схема. Спасибо. Смотрите, Мясникова опорная полузащитник. Что она сделала в начале атаки? Она села между двумя. Yeah.
сейчас ускорится, через 20 минут будет сухо. Он будет тормозить. Вот сейчас постарайтесь опять. Новые люди входят. Первые 20 минут, да? Опять. Созидательная игра, она у вас будет получаться. Понимаешь, ты при подаче всегда остаешься, она из глубины все время. Я, короче, на мяче всегда. Да, и оцени, она пришла к ритору, значит все, это вариант розыгрыша. Направляй, Яна встречает. Встань к ней! Номер 7, врач. Дев, ну как она осталась? Я хотела в Дани. Срезался. Вот это самое ответственное. 1-0 легче удерживается, да, в победе, чем 2 и тем более 3. Ни секунды расслабления. Все собрано. Все на то, чтобы забить 4-й мяч. Там серьезный момент какой-то. Я переживаю. Прям телефон. Все, все хорошо. Ну это понятно, но попало хорошо. Спасибо. Мы выигрываем. Все хорошо. Горжусь девочками. Валя забила. Посмотрите. Валентина. Мое любимое имя. Не буду, Валь. Сегодня я тебя не достаю. Ты сегодня забил. Ты свою сделал в том. Так, блин, да. Девчата. Блин, пропустила. Пропустили? И как, блин, теперь? Вась, там гол забили, а ты нас снимаешь. Да. Ну, мы не такие интересные, как будто там идет жара. Мы интереснее, чем голы? Получается, камеры покивать. Так. Где мы? Молодцы, девчат, умницы. Вообще. Молодцы. Супер. Поработал. Спасибо, смотрите, Кристина. Что мы сделали с нами за неделю. Монстров потренировали. Ёма, ё. Лёд, давал? Победа. Запомнишь дату навсегда. Сейчас, дебютом. Ага. Когда? Я 29. Даже мастеровитых соперников порядок всегда побеждает. И вот как наглядные, да, плакаты для нас, для всех стандарты. 3 гола, начало всех. Давайте поблагодарим штаб, который огромную работу сделал. Врачей, администраторов.
массажистов, ну вот руководителей всех и для тренеров. Они тоже сделали большую работу.